Всем. Добрый вечер или утро. Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». Не life is my life. Мы собрались за круглым столом. Переговор. Нет, на самом деле мы убили. Мы чтобы показываем как... какие-то докупленные подарки. Да, чтобы как в прошлом видео поделиться по своими идеями подарков и услышать ваши идеи, потому что ну, уже Рождество мы отпраздновали, когда вы смотрите, но мы еще, наверное, не отпраздновали Новый год. А если отпраздновали Новый год и затянулись этим, то у нас еще старый Рождество. Новый год и православное Рождество. Поэтому обязательно в комментариях делитесь то, что вы дарите своим детям, то, что вы дарите своим женам, то, что мужьям дарите, можете не делиться. Ну, потому что нам это не интересно. Говорит, смотри, что у меня денег нет, я тебе все равно ничего подарить не могу. Вот, и, в общем... Нет, я тебе могу все что угодно подарить, ты можешь пойти себе купить все что угодно. Меняем свои идеи на ваши. Давай, рассказывай. Итак, мы купили кружку PlayStation. Ура! Давайте немножко громче говорим, мы тихо говорим, потому что дети спят. У нас канун Рождества, и мы показываем, а сейчас будем это все паковать. Итак, мы купили для Антоши кружку PlayStation, покупали в Marshall, и она стоит 6,99. Как вы видели раньше, мы купили ему... Мы всем купили кружки. Антоши купили может Xbox. Быть, не все показывали, но ему купили Xbox, потому что PlayStation не было. Катаринке мы купили там эту, как она, Game Boy. Сашке этот Марио. Потому что у него тапки Марио. Вот. А Антошка у нас PlayStation. И вот мы такие заходим, и тут просто она бам, и одна стоит ни с того ни с сего. Ну, вообще, и мы хат. Давай не будем разбирать, как она так говорит. Короче, у нее такая вот ручка, как этот самый, как джойстик. В общем, просто супер. Так что контроллер мук. Маленький мук. Следующее, что мы купили, это тоже для Антоши. Наш Антоша уже как нормальный джентльмен. Джентльмен пользуется всякими туалетными водичками. И вот мы ему купили. У него сейчас какая-то другая, бабушка, наверное. У него та, что бабушка подарила. Да. Когда приезжала позапрошлым году. Я не помню, в каком она приезжала. Ну, не важно. Когда ты приезжала. Короче, а это Iron Man. Сережа утверждает, что она будет пахнуть машинным маслом. Ну, или железом. Посмотрим. Ну, короче, на самом деле, мне просто понравилось. Это Антошин любимый герой Марвел, и поэтому вот у него будет такая водичка. Я еще очень надеюсь, что она внутри будет как-то, ну, бутылочка сама сделана. Как-то не просто. Это у нас индейка. Зовет в духовку. Так что мы потом ее пускай перетушится 5 минут. 5 минут, ничего страшного. А когда он железного человека узнал? Уже еще когда мы в Беларуси? Конечно, он же там, помнишь, как зависал эти фильмы. Вот, в общем, такой вот подарок идет в кассу. Следующее, это для Сашули и для Катаришки. Сначала мы покупали... Fortnite для Антошки. Ну и для Сашки, потому что они вдвоем очень много играют в Fortnite, а Катаринка играет больше в Roblox. Но потом случайно в беседе мы узнали, что Сашка тоже фанат Роблакса. И мы решили его. И мы в экстренном порядке докупили еще пару таких вот коробочек. Вот. Они чем прикольны, что у них еще, кроме того, что вот это вот все есть, у них вот есть такая тут фигня, которую можно стереть и получить что-то еще онлайн. Поэтому, в общем, заплатив за эту коробку сколько там. Ну, они разные там вот. 8,99. Это $9, там были по 5. А, кстати, тут больше нету Роблакса? Нет, Роблакса это же, который мы раньше показывали. Мы только одну купили, такую большую зайку. А как, не показывали еще? Мы тогда две купили, по-моему. Нет, одну. Ты потеряла где? Ничего не теряла. Тебе клянусь, мы две купили. Займ, значит, найдется где-то в комнате. Ну, в общем, найдется. Ну, в общем, они все идут вот с таким вот стикером, который надо стирать, и там что-то онлайн еще будет, так сказать, у них приобретаться. Ну, вот так. Так что, если у кого дети играют в Roblox или в PlayStation игры, мы можем дать никнеймы наших детей, там, как они называются, и могут найтись и разговаривать. Потому что вот буквально вчера Катаринка познакомилась с мальчиком из Воронежа, ему 12 лет, и они вместе играют, на русском разговаривают. Ну, это прикольно, да. Мне кажется, через такие... Такие вот дела. То есть, блин, так интересно все это получилось. Это, опять же, для нашего Антончика. Это железные они, да? Да. Коллекция железных... Человеков, железных фигур. Ну, короче, это все супергерои. Но не все опять. Получается, мы как бы опять купили часть серии. Здесь их... Кутик, надо, чтобы было чем снять. Здесь их 10, а я вот тут их вижу 12, 15,
20. Ну, в общем, начало коллекции положено. У него будет целая коллекция Fortnite, и у него сейчас будет коллекция этих вот железных человеков. Ну, в смысле, железных фигурок, супергероев. Здесь есть самое главное, это железный человек. И кто ему еще больше всего нравится? Капитан Америка. Капитан Америка. Вот. Ну, они очень классно выглядят, очень здорово сделаны. Стоит это удовольствие 7,99 всего. А машинка где? Ты один пакет не принесла, я тебе клянусь. А куда я веду? Мы сейчас покажем вам еще, потому что я вижу, что здесь половины подарков нет. Прикольно это как-то. Да. Вот. И теперь рассказывай давай про это. Это вот Маришка выкупала, она решила, что надо брать не только играться, но и заниматься. Ну, в общем, они сами тут разберутся. В общем, они там будут выращивать какие-то кристаллы в какой-то банке. В общем, это игрушка. Может, мы потом покажем? Не будем разбирать, потом покажем. Мы покажем. Короче, это не просто игрушка, а игрушка с таким научным подтекстом. И она очень так вот похожа на все то, что вот уже Антошка делает сейчас в средней школе. Они там проводят всякие опыты. Там так интересно, конечно. Мешают они там и соль, так, воду, и песок, там и пар делают, и лед делают. И что они там, туман делали, блин, прилив, отлив делают. В общем, очень интересные такие всякие, они какие-то маленькие научные эксперименты проводят. Короче, здесь написано, что наблюдая за химической реакцией, типа в действии, как формируются кристаллы, типа как проходит кристаллизация. Ну, в общем, это интересно. Уходя на День благодарения, они намазывали яблоко содой, да? Да, чтобы посмотреть, что с ним будет, когда они вернутся. После... Запечатывали в коробку, да, оставляли вот на эти несколько дней, чтобы были праздничные. И потом приходили, доставали, рассматривали, описывали там. Короче, делали ему трепанацию черепа. Вот, но это юный географ купил кристаллы. Не, ну потому что нам же скоро на химию идти, поэтому... На историю. На какую химию? А на химию тоже сходим, Сереженька, так что будем разбираться. Ну и теперь ба-бам! Сегодня мы были в магазине втроем. Я, Сережа, Катаришка и Катаринка шла мимо него. Такая говорит, ой, он такой милый, я так хочу его. Ну, мы сделали вид такие, что ну пойдем, нафиг типа надо. И потом Сережа быстренько купил Катаринке такого дружка. В предыдущей серии вы видели такого кота, мы Сашке покупали. Короче, они оба стоят по 19,99. Они оба куплены в 99 центов. Да. А, вот тут, смотри, тут есть такой кот. Наверное, есть такой кот. Вот, как мы купили, вот, да? Вот рыженький. Рыженький вот такой. Розовенький. Ну, мне кажется, это рыженький. Или у нас розовый? У нас розовый. У нас тоже розовый. Ну, ярко-розовый. Ну, короче, это серия таких игрушек. Вот их, получается, здесь 6 нарисовано, 2 уже есть. Ну, отлично. Немножко осталось. Да. Он вообще офигенно мягкий. Ну, точно такой же. Я думаю, что дети будут их использовать как подушку. Мы будем на них какую-нибудь наволочку кидать. Ну, наверное. И они будут на них спать. Потому что он очень-очень мягкий. И у Сашки сейчас похожая игрушка есть с похожего, с точно такого материала, с точно такой набивкой. Только она маленькая. И он на ней спит. Она у него размером, когда он ложит на нее голову, ее не видно. То есть голова больше, чем эта игрушечка, но он на ней спит. А сейчас, когда они получат таких вот здоровых, я думаю, он точно будет очень удобно спать. Вот. И сейчас мы прервемся, а я пойду искать пакет. А через секунду вы увидите то, что Маришка потеряла. Давай. Зайка, пойдем найдем. Пойдем. Давай я как автомобилист рассказываю. Ты ж не водитель. Ну да. Короче, мы нашли то, что Маришка потеряла и забыла. И еще пару коробок. Вот, в общем, это такая вот машинка. Она на пульте управления и с зарядной станцией. У нас что-то похожее было в Минске, но немножко большего размера. В Минске, в Беларуси. Вот. Ну, в общем, наверное, будет интересно. Как-то у Сашки недавно появилась, месяца 2 назад. Большая машинка, он с ней так немножко поигрался. Правда, на неделю, наверное, хватило. Ну... Может, не столько себе, сколько, вернее, не столько Сашке, сколько себе. Ну, в общем, поиграемся все. Это будет интересно. Она такая маленькая, шустренькая. Вот. И здесь у нее где-то этот контроллер и с зарядкой. Или вот здесь внизу, непонятно. А вообще есть серия таких машинок. Они вот так вот идут, 4 цвета, там бла-бла-бла. В общем, она стоит 4,99, по-моему, да? Да, 4,99 стоит.
Такая маленькая, прикольная. Ну, в общем, вот такая гонка еще одна идет. Давай рассказывай вот ты про свои. Игра. У нас дети часто любят побросаться такими всякими маленькими мячиками. И вот это вот, я думаю, будет им прикольно, потому что тут можно бросать, ловить да. и отскакивать от батута. Это клево. Да. Потом да. вот такой летом. Вот такой лего. Лего много не бывает. Да. Антошка хотел лего. Да, это лего, домик, такой дом на колесах, мне кажется. Потому что там показан внутри человечки, который кушает. Мне кажется, мне так и видится, да? что это лего дом на колесах. Машина и к нему прицеп дом на колесах. Ну, в общем, Антоше будет нравиться, потому что Антоша любит лего. Ну, Антоша мальчик. А это, я думаю, больше понравится Катаришке, ну и... Я думаю, это всем понравится. Кто помнит, во времена Советского Союза была такая фигня. Она с какой-то линейкой продавалась или как? С линейкой, мне кажется, да. Когда все рисовали вот такие вот всякие вот звездочки. Вот здесь, короче, куча всяких штук, как можно всякие нарисовать. Набор целый. Здесь идут, короче, много-много фигурок и даже колечек, бумага. Колечек, которые рисуют. И ручки. И ручки разноцветные. Давай покажем, что мы рассказываем. Вот тут, короче, вот все нарисовано, что идет в комплекте. Вот такая с этой стороны тоже нарисована, только крупнее. Ну и, в общем, это, наверное, будет по фану. Можно будет даже самим пару звездочек нарисовать. Вспомнить детство. Ну, мне очень понравилось. Я когда увидела, я сразу захотела. Вот так мы выбираем детям подарки. Когда увидела, сразу захотела. Ты в это играла, и тебе это интересно. Детям сейчас это все заменяет планшет. Ну ладно, у меня будет такое. Вот. Ну, в смысле, у кого-то будет такое, я возьму поиграть. Порисовал. Ну вот, все, такая вот небольшая. Наверное, все, наверное, ничего не забыли. Ну, если забыли, то потом покажем, может. Ну, если забыли, так забыли. Недораспаковка, короче. Все. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is My Life. Делитесь в комментариях, что вы покупаете своим детям. Возраст от 0 до 12. И до встречи в эфире. Всех с наступающим Рождеством и Новым годом. Всем удачи, крепкого здоровья и хорошего настроения. Пока-пока. Куда-то еще не забудь, хочешь? Узнаешь. Потом найдем на пасху подарки.